Вот хороший момент, Назаревич! Но тут Аскаров здорово. А это вот момент, смотрите, Назаревич убрал ведь у Аскарова. А он действительно длинные ноги, он 191 сантиметр рост. Сделали выводы, настроились, проигрывать второй раз подряд никому не хочется. Я комментировал вот эту встречу против сборной Чехии с Владимиром Гучиком и, честно говоря, возмущался на протяжении полуматча, особенно в третий период, хотя... что выгоднее начинать серию. И первая попытка в активный момент. Все в одну и ту же сторону пытаются шведы делать. Предположу, что шведы сейчас после того, как трижды не получилось обыграть Аскарова, может быть, на хорошем если темпе бы поднял. Если сейчас тащит Аскаров, то мы победили! Так победа! Оно есть! Ярослав Аскаров приносит победу нашей команде в мире.